путешествие по Карпатам, проживание в отеле «Арника» возле озера Сенивер. В сочетании с необыкновенно красивой природой, пребывание в отеле было очень комфортным. Вообще-то нам хотелось вот именно вот в Карпаты, в горы, да, а потом как-то захотелось, чтобы озеро было в горах. Вот ну и Сенивер, вот первое, что пришло. Первое, что всплыло, это Арника. Номер люкс, стиль цветочный, вся мебель сделана из дерева. Приятный природный запах. В первые дни плюс 18, потом температура повысилась до 25 градусов. Ночью в горах прохладно, поэтому даже летом работает отопление, которое можно регулировать. Качалки создавали особую атмосферу уюта. На территории отеля находится Калыба, закарпатский ресторан, где можно было питаться очень вкусно и совсем недорого. Посередине расположен очаг, все оформлено очень изысканно. Я в Закарпатье первый раз. Да, вы что? Да, и знакомы мы вместе 4 месяца. Просто вот так совпало. Это вкуснейшие драники, блюда из картофеля. Нравится, хорошо, комфортно. То есть, ну, в принципе, то, что как бы рекламировали на сайте, то есть, само собой, природа, горы, все как бы, ну, то есть, как обычно, но не ущерб, не, да, но не ущерб комфорту и да, готовили очень вкусно. Ну, вот. Несмотря на уют цветочного номера, там была низкая шумоизоляция, поэтому мы перебрались в изолированные апартаменты. Просторный двухкомнатный люкс, стиль классический. Кожаная мебель, необыкновенно красивая люстра, камин. Кстати, отель был почти полностью заполнен. Спальня со стильной мебелью. Есть мини-кухня с посудой. Здесь отлично можно с семьей или компанией встречать Новый год. Ванная комната выполнена.